Я еще помню жизнь до войны. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Миллиардов сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Во тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше.
Thank you.
Чем Артем тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил. Завтра будет тут. Откуда взяла, если свет еще не включили? Эй, а ну отстаньте от него! Я сам убил из рогатки. Брось, Дамир. Ага, пусть конечно. Учится защищаться. В метро слабакам не выжить. Охрана, подъем! Держись, Тёма. Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови. Наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран, сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит.
папа, не надо. Ты из Ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаешь? Да, молодцы. Здоровяки и такие. Честно говоря, уж и не помню, когда таких видел. Да уж. Только вот на поверхность слишком часто ходят. Рискуют. Ну, а что им остается? Служба такая. Служба службы, но если они так и дальше будут... Аня, я уже... А сколько, по-твоему, можно вести на земле? Да сколько угодно. Я ушла из Ордена и сама решаю, что мне делать. А Артём? Ты же врач. О, какие люди, Артём! Здоров как бык! Но ты, брат, князь, конечно, подвиньте. Дал. Тёмыч, как ты, дорогой? Вижу, жив, бродяга. Пардон, сейчас устроим пир. Артёмыч, ещё пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже. Как там в госпитале медсестрички? Ну ты как? Да хватит вам, оставьте парня в покое. Брат. С возвращением, Артём. Ладно, все, разошлись. Даю вам 2 часа на все про все. Ура! 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 О, сейчас ура! А у меня как раз с собой было. Ну вот, начинается. Только, плиз, не как в прошлый раз. Держись, Артём! Опять тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиммитер щелкает. Да еще эти вон, красавцы, летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер. Загулялись мы. Пора фильтры менять. Давай быстрее. Нам лишние рентгены ни к чему. Ох, отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой каждой зоне... Ты тут все руины уже облазил? Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Если тут все в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится. Демона шуганула, чтобы не расслаблялся.
Может, все же вернешься в Орден? Переедем в полис, а? Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира со своей кухней и душем. Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Теперь ты. Самое худшее, пожалуй, позади. Черт! Слышал? Давай ходу, Артём. Теперь вся округа знает, что мы здесь. Слышишь, стая? Только этого нам и не хватало. Ничья. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Не пойму, почему эта зона закрыта для сталкеров? Фон обычный, твари те же, что и везде. Стой. Вот и стая. Ну что, устроим им термодилы, спартанец? Или подождем, пока пробегут? Ждем. Ждем. Все, похоже, можно идти. Хорошо, что не заметили. Здоровая была стая. Может, потому зону запретную и объявили? Ну, раз тут стаи такие здоровые. Давай через мост, чтобы железку не обходить. А то тут и так до метро далеко. Черт, высоко! Слушай, Артём, закинь меня наверх. Черт! Давай ты...
Вот, зараза, уходит. Артём, что делать будем? Смотри, наши из Ордена. Наверное, тоже за поездом гонятся. Артём, давай к ним. Эй, допрыгивайте! Разобрались бы сначала, уроды! Артём, слава богу, это не орден, ганзовцы, козлы. Ах, ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас эти вот схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артём, ты был прав. Там правда люди живут. Мы не знали. Думали, мы одни спаслись. Господи, приехали. Мы теперь всему метро расскажем. Бабка и пацан на выход. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните. А противогазы не понадобятся. Ерфа! Дурак, а мог бы жить да жить. Поехали.
Ага. Видать, стражи прорвали. Убраться бы отсюда поскорее. Она работает. Толку стоять. Держи. Только нам нужно. Теперь не успеешь, если что. Надо группу послать, выход законсервировать. Ну и прибрать, что осталось. Внимание! Включение поворотного круга! В котловар. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что больше никаких. Понял? Не люди. Как же так? Что же поделать? Тварь, небось, страж! Человек? Как вы... О! Господи! Так это она про вас кричала! Живой! Вы за ней? Так... Я помогу. Хоть какой-то толк с меня. Так... Девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. Идемте. Только не спешите. Заметят, и конец нам обоим. Стоп! Вам на свет лучше не показываться. Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Только не высовывайтесь на свет. Держите стены. Ермак, ты что ли? Чё ты там бормочешь? Иди сюда, помоги починить. Так точно, уже бегу. Давай, давай, у тебя-то руки точно не лопай. Все под контролем. Не давай, давай, шевелись, дорогой. Стойте! Придется вам его вырубить, сумеете? Только не шумите. Че ты там бубнишь, а? Блин, не твое дело. Ты вообще что-то... Дядя, я про тебя... Вопросов тут задавать будем. Эй, Ермак, пора тебе на свалку. Стар? Стой, включи лампу.
Так, идемте. Погодите, погодите! Стойте! Вот ведь...